Друзья, всем привет! Покажу вам свои покупочки, которые я совершила за последние 3-4 недельки. Здесь покупки не только из фикс-прайса, но и из Светофора, из Доброцена, ну и из других магазинов. Что купила в Доброцене? Вот такие чаи. Было 4 упаковочки в наборе. Прям большая упаковка. Стоил 250 с копейками. В одной пачке 20 пакетиков пирамидок. Два вкуса. Здесь черный чай с ароматом апельсина и манго. И второй вид чая — это черный чай с бергамотом и малиной. В общем, мне показались эти упаковочки очень выгодными. И чай Липтон я люблю. Вот, я купила. Вторая покупочка, кстати, если их поделить, ну, на 4, то получится за одну пачку по 59 рублей. Для сравнения, вот такой кертис с манго и малиной я покупала в фикс-прайсе за 79 рублей. Поэтому вот эти, конечно, подешевле будут. В фикс-прайсе каких их только нет, вот именно фирма кертис, с какими только ароматами там их не встретишь. Можно собрать просто огромную коллекцию у себя. Вот. И еще один чай, вот такой вот большой, 100 пакетиков, чай Акбар, я покупала в Маяке. Здесь 100 чайных пакетиков и северные ягоды и травы, и чабрец. В общем, я очень люблю чабрец, поэтому чай мне очень понравился. Конечно, на любителя, кто его не любит, поэтому может и не понравится чай, но так как я его обожаю, поэтому мне этот чай очень даже зашел неплохо. Состав: чай черный, измельченный чабрец, ну а дальше идут уже ароматизаторы: тимьян и северные ягоды. Северные ягоды тут подразумевают облепиху и бруснику. Не знаю, почему облепиха — северная ягода. Но брусник — это могу понять. А вот облепиха, вот. Вот такой вот чай. Кстати, здесь не то чтобы пакетики как бы были разделены по вкусам. Здесь все в одном пакетике. То есть и чабрец, и северные ягоды, все в одном пакете. Но вкус, кстати, очень прикольный, мне понравился. Возможно, буду повторять такой чай, если, конечно, Акбар чем-нибудь еще не удивит, и какие-нибудь еще наборчики не привезет. И ради любопытства я не куплю и не попробую, как говорится. Вот. Стоил он тоже 250 с чем-то рублей. Но здесь 100 пакетиков, а здесь 80 получается. Ну, как бы. Ну, здесь один вкус, а здесь несколько. В общем, так. Это что касается еды, так сказать. Вот. Дальше что купила? Теперь фикс-прайс. В фикс-прайсе вот такую кружку. Это недавняя поставка была. Кружечка, которую нам предлагают там поход с собой брать, на природу или еще куда-нибудь. Ну, или дома заваривать. Состав у нее стекло, пластик. И силикон. Силиконовая здесь вставочка на крышке, чтобы для плотного закрытия. Вот. Купила в таком цвете, было два цвета. А вот такой зеленый и красный цвет. Хотя на картинке есть еще темно-коричневый. Вот. Здесь сколько? 480 миллилитров. Стоила она совсем недорого, по-моему, 99 рублей. Вставочка вот здесь красивая, правда, она пластиковая. Пригодится такая кружка, такие вещи всегда пригождаются, поэтому я купила. Дальше покупочка из фикс-прайса — это вот такая вот декоративная клетка, которая предлагает нам ставить какую-нибудь высокую свечу большую, искусственную или настоящую, вот, и тут красиво вот так вот стояла. Ну, хотя кто-нибудь может сюда какой-нибудь свой декор придумать, декорировать эту клетку как хочет, в общем, что хотите. Состав: сталь, очень плотно открывается крышка, прям даже больно пальцем, когда ее открываешь. Вот. Были они в трех цветах: черный, белый и золотой. Вот. И когда выбираешь, нужно обязательно вот эти вот смотреть, потому что я видела экземплярчики, где краска прям очень сильно налипла и просто невозможно было открыть даже крышку. Вот. Ну, я, наверное, немножко год. Мне очень нравятся вот эти металлические, именно черные декоративные штуки. Поэтому у меня уже дома целая коллекция с
скопилось, жду, что еще фикс придумает из таких вещей, что еще привезет. Кстати, еще хочу купить себе специально, знаете, тушить свечу, такая длинная, черненькая, там продается. Я все никак и мимо хожу, снимаю, думаю, сейчас после съемок надо купить, и забываю. В общем, обязательно куплю. И вторая хотелка — еще подогреватель. Там есть такой черненький. Вот, его еще хочу купить, тоже недавние поставочки для подогрева чая. Там вот такая подставочка интересная, тоже черного цвета, тоже ее хочу купить. Так что, а теперь у меня, видите, что из этой коллекции есть: фонарик черный, есть вот такая корзинка для фруктов, которую я уже показывала. Ну и вот такой вот подсвечник, очень интересный, оригинальный. Тоже вот черного цвета. Вот я и говорю, будем ждать, что еще нам фикс придумает из таких штук. Следующая покупочка из фикса — это опять взяла маски для лица. Очень мне они понравились. Маски от Funny Organics. Вот такие. В фиксах они начинают уже исчезать потихонечку, поэтому не всегда можно взять какие хочешь. В общем, я брала 3, одну я уже использовала, какие были, в общем, разные. Очень мне понравились. Одна — авокадо, киви и брокколи, а вторая — морковка и что-то там еще, что я перевести не могу. В общем, очень хорошо она пропитана этой жидкостью и нравится мне после нее, как кожа себя чувствует. Вот, что нам обещает: здоровый цвет лица, защита от сухости и повышение тонуса. Кстати, полезные экстракты идут практически сразу. Тут вот вода, глицерин, и дальше идут, собственно, вот эти вот полезные все ингредиенты. Состав у нее очень хороший. Масса 22 грамма. В общем, рекомендую. Стоят они 55 рублей в фиксе. Кстати, про клетку не сказала. Клетка, по-моему, по 149 рублей. Из косметики что еще купила? Где я покупала? Парфюм Лидери. Вот такой вот от Vegan Food. Молочко для тела. Я знаю, этой марки продаются шампуни в фиксе. У меня дочка покупала, ей понравилось. Но я сама, честно, не пробовала, поэтому не знаю. А тут ходила с закраской для волос, увидела на скидочке вот такое молочко. Очень хороший у него объем. Сейчас 500 мл, надолго хватит, с дозатором упаковка. Молочко для тела увлажняющее, для сухой и чувствительной кожи. От Флорисан. Обещают нам 98 натуральных ингредиентов и без силикона. В общем, получается, это клубничное. Но знаете, у него такой запах, как будто бы йогурт клубничный. Вот такой. Был еще второй, по-моему, яблочный, что ли. Стоил он 199 рублей. В общем, купила себе такой на зиму. Потому что зимой у меня жутко сохнет кожа. Не знаю почему. Но такая вот особенность. Обязательно нужно пользоваться лосьоном. Так, что еще покупала? Это вот такую подставочку для столовых приборов. Это бамбук с металлической вот тут стальной съемной вкладочкой, или как это назвать. В общем, вот такая вот. Чем-то она обработана, потому что гладкая поверхность. Купила ее в Оби, когда тоже снимала, мимо пробегала, там у них какой-то столик был со скидочными товарами, там пару тарелок, не знаю, лопатки какие-то кухонные, и вот увидела вот просто краем глаза. Подошла посмотреть, и цена меня устроила. Стоил он на скидочке 199 рублей. Специально не убрала эту пленочку, чтобы вам показать. Ну, я, естественно, купила себе такую подставочку. Потому что так, конечно, без скидки такая будет стоить дороже. Вот. Что еще купила? А, кстати, вот это уже бытовая химия пошла. Белизна называется. Вот такая упаковочка, 500 грамм. Купила я ее в Светофоре за 50 с чем-то рублей, 50 с копейками. Это отбеливатели с кислородные отбеливатели. В общем, добавлять можно как и к белому белью, так и к цветному. В общем, здесь нужно минут на 10 замочить с этим средством белье, ну а потом постирать в обычной машинке, вот, вместе с остальными вещами. Ну, что хочу сказать, не заметила я, чтобы оно прям сильно отбеливало. У меня, например, ребенок ходит на дзюдо, у него форма белая,
Вот, замачиваю. Ну, какие-то, знаете, как сказать, вот где воротник, вот эти, где манжеты и брюки, которые длинные у него, они по полу все равно до пола достают, вот, то там не сильно прям так стало прям белоснежным, но светлее стало. В общем, какой-то толк от него есть. Ну и дочкины белые халаты медицинские тоже немножко осветляют. Не скажу, что это суперсредство, что все сразу станет белоснежным и без каких-то пятен, но немного помогает. Результат я небольшой, но увидела, поэтому не пожалела, что купила, тем более цена у него бюджетная. В общем-то, не сильно жалко, как бы денег, больших денег я за него не заплатила. В общем, так. И вот такой кондиционер для белья. Это из Фикса. Стоил он 80 с чем-то рублей по карте. Без карты 99. Объем здесь 1 литр 300 миллилитров. Фирма Квалита стандарт или Квелита. В общем, вот такой. Предыдущий у меня с экстрактом орхидеи или с запахом закончился. Вот, решила купить какой-нибудь другой, еще попробовать. Аромат здесь скандинавская весна. Обещают, опять же, 98 натуральных процентов натуральных ингредиентов, без фосфатов и без так, без фосфатов, фосфонатов и хлора. В общем, ну и, естественно, фикси не понюхать, поэтому аромат пришлось узнавать дома. Видите, какая тут закручивающаяся крышечка, никак не нарушив упаковки, не понюхаешь. Ну, в общем, аромат неплохой, но предыдущий аромат после стирки держался как-то лучше, как-то я его больше ощущала. Этот такой не очень держится. Средство такое же жидкое, как и предыдущий кондиционер. Так, что еще я купила? Это вот такой вот наборчик. Правда, покупала. Я что-то про него вспомнила, он мне на глаза попался. Вот такой набор посуды. Называется он баночки на поднос или с крышкой. Сейчас даже покажу. А, набор банок на подставке. Вот такой. Это товар из Фикса от Kitchen. Нам предлагают здесь хранить какие-нибудь конфетки или еще что-нибудь. Это товар не этого года. Вот, покупала я его за 199 рублей. Но когда хожу, снимаю, вижу, что подобные вот коробочки, их очень много фикси, всяких разных. Я не говорю, что именно вот такой может попасться, но таких коробок очень много. Они обычно заставлены там где-нибудь за тарелками, за всякими контейнерами. Вот. И на них просто внимания никто не обращает, они есть. И, возможно, можно даже найти будет вещь по старой цене. Вот. Потому что это уже, ну, до повышения я покупала вот этого бешеного повышения, которое сейчас в фиксе произошло, вот, за 199. Ну, возможно, и в старых где-то заначках по фиксам, если побегать, то можно найти интересные вещи. Я видела там и минажницы, и конфетницы большие. Ну, в общем, много чего есть. Ну, а здесь вот такая вот красивенькая баночка. Правда, что мне не нравится, крышечку нужно прям ставить, видите, по граням. Приноравливаться, ровненько ставить. А так вот две вот таких баночки симпатичных, которые можно не только конфеты ложить, но, например, какую-нибудь закуску даже, что-нибудь. И вот такое блюдо, на которое тоже можно что-то красиво разложить, подать на стол. Ну, это такая, знаете, просто решила показать. Это, конечно, не новиночка Фикса. Вот, что еще купила? Это вот такую свечу. Ой, свечу, господи, подсвечник, когда снимала в Бау-центре новогодние витрины. Смотрите, какой классный подсвечник со стрекозами. До этого я его видела, он стоил намного больше, уж не помню сколько, но я на него глаз сложила, но по цене он как бы мне не это самое, не стала его, в общем, брать. Был он в двух цветах, вот такой вот оливковый, и был еще бежевый красивый цвет. Вот. А сейчас на него сделали скидку. Стоил он по скидке 189 рублей. Плюс у меня еще была скидочка от самого Бау-центра. Накопительная, там 60 рублей. Вот что-то такое, 60 или 50 с чем-то. В общем, купила я его за 139, за 133 рубля. Вот обошелся он мне в такую цену. Я тут специально
взяла искусственную свечу и хочу вам показать. Правда, у меня сейчас свет горит. Может, стрекозы вы не так увидите, как они будут смотреться, если будет гореть свеча. Смотрите, какая красота. Конечно, если будет темно, будет это еще ярче, красивее. В общем, вот такой, такая покупочка, я довольна. Что еще купила? Последнюю покупочку, а нет, еще не последнюю, но эту я вряд ли вам покажу. Хотя очень хотела. Вот такая ручка-шпион, которая продается в Фиксе за 79 рублей. Различные варианты там колпачков. Вот этот, например, такой толстый рыжий котик колпачок красивый. Вот. Никак не могу ее вам показать, потому что у меня ребенок ее носит в школу. Ему так понравилось. А, кстати, сейчас вот, по-моему, ну-ка. Колпачок-то он как раз и забыл. А вот такой колпачочек котик. В общем, ручка двухсторонняя. С одной стороны у нее стержень вот этих невидимых чернил, а с другой стороны обычная шариковая ручка. И есть еще подсветочка, фонарик. В общем, суть такая, что невидимым стержнем он пишет. И когда включает фонарик, это все становится видно. То, что он там написал или нарисовал. В общем, можно ней как шпионом писать, а можно просто как обычной ручкой. Теперь просит у меня с драконом там какую-то ручку. Есть еще дракон, там еще какие-то прикольные колпачки. Ну, а мне теперь, как назло, не попадаются. Сколько уже ходила, нету и нету. Но вот так всегда, когда не надо есть, когда надо, нету. В общем, рекомендую такую ручку. Детям, я думаю, понравится. Он прям с ней не расстается. Берет в школу, обязательно проверяет, взял ли он ее. В общем, такая история. 79 рублей. Кстати, есть варианты там и для девочек, что там розовенькое есть такое. Ну, в общем. Ну и еще одна покупочка, это уже последняя. Это вот такая гирлянда из светофора. Бюджетная по цене, по 147 рублей. 10 метров нам обещают здесь. Я, конечно, не проверяла, хотя была такая мысль, у меня есть такой, знаете, металлический, железный, такой советский этот метр, вот, строительный, или как он там, я не знаю, или портной, не знаю, в общем, такой классный, где можно верить делениям, но не стала проверять, мы с сыном тут разматывали, я поняла, что она действительно очень длинная, поэтому поверим на слово. Ну и тут стандартная коробочка с кнопкой с переключением режимов. Здесь 8 режимов разных свечений и 4 цвета светодиодов. 10 метров и 100 ярких LED-лампочек. Сейчас я ее включу и посмотрим, как она будет гореть. Так вот, друзья, включила. Смотрите, сейчас будем нажимать режимы, проверять. Вот такой мерцающий. Вот такой. Поспокойней немножко. Есть медленно. Свет проявляется. Самый мой любимый режим. Знаете, не напрягает глаза. Прям приятно. И также медленно, ну, приглушается цвет. Ну, режимы я не считала. Но думаю, их 8 есть. Когда они так начинают мигать, я уже теряюсь. Был такой уже или еще нет. В общем, все работает. Все отлично, рекомендую по такой цене. Очень пожалела, что одну купила, но думаю, я еще там буду, их еще не раскупят. Потому что такие вещи часто выходят из строя, то проводок где-нибудь порвется, то еще что-нибудь. А здесь очень хороший метраж и недорогая цена. В общем, все как мы любим. Недорого и работает. Все, друзья, вот такие покупочки мои. Все вам показала. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, а я с вами прощаюсь. Пока-пока!